Прочитайте, пожалуйста, первую главу, первый стих Исаии. Видение Исаии, сына Амосова, которое он увидел в Иудее, Иерусалиме, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Молодец, спасибо большое, Валерий Николаевич, спасибо. Во-первых, форма откровения, видение. А во-вторых, очень важная вещь. Смотрите, пророк сразу ставит себя в контекст времени. Он говорит о том, какие цари были в Иудее, какие цари и были его современниками. Значит, что здесь важно, что полезно для нас с вами? Когда вы изучаете того или иного пророка, кроме текста этого пророка, кроме книги этого пророка, посмотрите, пожалуйста, книги царств и книги Паралипоменон, где рассказывается о том времени, в которое жил пророк. Поставьте его в контекст времени. Посмотрите, где он пророчествовал. Посмотрите, что было вокруг него. В какие времена он говорил. А сами пророки нас к этому располагают. Они говорят нам, что это было за время. Другое время, другое дело, что этих царей мы далеко не всегда знаем. И мы так читаем их, как имена, которые где-то когда-то слышали. А ведь сказано они не случайно. В частности, здесь, соотнеся пророчество с определенным временем, начало служения пророка с определенным временем, мы потом сможем понять, на какие события пришлось его служение. Мы потом можем понять, что пророк этот оказывается предвестником глобальной катастрофы, или, по крайней мере, катастрофы, коснувшейся израильского народа. Точно так же, как, читая книгу Руфь, мы сказали, да, вот время судей, вот сразу напряженность определенная возникает. Также, читая Исаию, мы можем сказать о том, что да, вот-вот Северное царство падет и окажется в руках Ассирии. Вот это то самое время. Бог будет совершать невероятные вещи. Продолжайте, пожалуйста, Валерий Николаевич. Царь Ахаз – это самый, как бы считается, негодный царь Иудеи, который, в принципе, даже дошел до того, что принес своих детей в жертву. Угу. Вот. Тот, который потушил жертвенник в храме. Тот, который, в принципе, научил народ, в принципе, поклоняться иным богам. Но они, все остальные, которые плохо служили, поклонялись иным богам, но этот один из тех, который, как бы, даже не был похоронен со всеми царями. Да. Это нам история такое говорит. Угу. Вот. Вот так вот. Хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо, это такой исторический фон. А дальше я вам прочитаю, потому что... Исаия описывает голос Божий. Кстати говоря, мне хочется здесь разрушить еще одно такое частое представление. Ну, мы пророков так читаем ровно, неторопливо, понимаете? Ну, пророки, ну, давно такие бородатые дядьки были. Тут все гораздо интереснее. Смотрите. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». И начинаются слова Божии. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны не очищены и не обвязаны, и не смягченные елеем». И так далее. Значит, смотрите, что происходит. Бог начинает говорить. Да, помните, мы с вами на первых же занятиях обсуждали, нам важно понять, кто говорит и к кому он обращается. Кто говорит, понятно. А к кому он обращается? По второму стиху. И не бойтесь того, что вы сейчас увидите. К кому обращается Бог? Или кого он призывает?
небеса и земля. Небеса и земля. Значит, в пророческих книгах очень часто мы находим вот эту такую глобальность. В поэзии 20 века принято считать Мандельштама человеком, который писал и мыслил глобально. Мы живем под собою, не видя страны. Он видит, он смотрит с такой с общей вселенской перспективы. Тут перспектива еще больше. Да? Не просто важность обращения. По форме это речь в суде. А небеса и земля это кто? Свидетели, при которых доказывается верность, истинность всякого слова. Два свидетеля есть. Бог вступает в тяжбу со своим народом. И народу сказать нечего. И вот он, призывая свидетелей против народа своего, небо и землю, обращается с этими словами. Смотрите. А что это такое в формальной точке зрения? С формальной точки зрения. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Я воспитал, они возмутились. Что это такое? Господь признает свой народ, то есть Израиль, за своих сыновей. Да. То есть выше не может быть. Угу. И это противопоставление, это параллелизм, если хотите, антитетический параллелизм, противопоставление одного другому. Я воспитал. Они возмутились. Они были моими сыновьями, но они восстали против меня. Дальше. Вот это. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня. Народ мой. Значит, народ этот, как относится, в каком отношении он к волу или к ослу? Хуже, чем скотина. Хуже, чем скотина. Вот как это может быть? Он не знает, он не разумеет. Вот вол в курсе, осел в курсе. А что с народом-то с моим происходит? И дальше совершенно замечательное еврейское слово, переведенное на русский словом «увы», но по-еврейски в восклицаниях отчаяния, в восклицаниях горечи используется такое протяжное слово, слово «стенания». Это слово «ой». «Ой». Вот это «увы». Это хуже быть не может. Это отец, который воспитал сына, а сын обратился против отца. Увы. И дальше, дальше он характеризует народ грешный. Народ, обремененный беззакониями. Племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа. Презрели святого Израилева. Повернулись назад. Обратите, пожалуйста, внимание. Это не проклятие злобы. Это не просто сожаление, это горечь отца, дети которого обернулись против него. Иногда говорят, вот пророки метают громы и молнии. Ну да, есть, конечно, громы и молнии. Но в любой пророческой книге, кроме осуждения, есть еще и выражение любви. Когда вы читаете пророков, вы видите всегда одно и то же, что если народ обратится, тогда будет милость. Но если нет, тогда будет полное истребление. Дальше. С 5 стиха. Ведь Бог, кого любит, того и наказывает. Вот израильский народ, он очень любит. Соответственно, очень наказывает. Слушай, народ, ну куда же будешь? Ведь живого места не осталось. Ну сколько можно? Опять-таки, когда вы читаете пророков, старайтесь, пожалуйста, войти, если можете, насколько это возможно, в их шкуру, в обстоятельства их жизни. Вот это как раз то самое, что сделало в нашей церкви в свое время занятия по малым пророкам столь интересными. А люди не шли на эти занятия, думая, что там будет какое-то сухое богословие. А вот мы постарались увидеть этих людей, этих пророков, как людей, которых использовал Бог, вот в их контексте, в их окружении. Да, пожалуйста, Валерий. По сравнению с Северным царством они жили неплохо. Ну да. А чем он наказал их тогда, Господь? Вот здесь слишком большие такие метафоры допускаются.
что они уже были наказаны. Сколько вас бить и во что уже вас бить, да, некуда? Несколько ответов на этот вопрос. Либерал скажет, что книга пророка Исаии написана существенно позже, и, соответственно, поэтому тогда они уже избиты. Но совершенно не обязательно стоять на либеральной позиции для того, чтобы решить вот это противоречие. Во-первых, помните понятие увертюры? Увертюра как текст, когда то, что заглядывает как бы вперед. Вот когда начинаешь читать, кажется, что здесь нет хронологии. Мы не обязаны принимать первую главу книги пророка Исаии как самое начало его служения. Вполне возможно, что это такая картинка, характеризующая все служение. Он, может быть, заглядывает уже в конец и падение Северного царства. Что касается Южного царства, да, там вроде бы было неплохо, но наказания уже были. Вот, то есть, если это рассматривать как такую общую картину, заглядывающую вперед, тогда вопрос снимается. И последнее соображение. Послушайте, ну а что значит, что Бог меня наказал сильно? Понимаете, для иудеев, например, потерять храм было очень сильным наказанием. Остаться без возможности, то есть лишиться возможности поклоняться Богу в храме. Могло ли быть что-то еще хуже? Конечно, могло. Но на каждом этапе нам вот эта относительность сильного наказания бывает очевидна. А есть ли здесь преувеличение? Может быть. Есть ли здесь гипербола? Конечно, есть гипербола. Вся голова уже изранена. Ну, может, не вся, но, может быть, где-то еще осталось. Да. Да, земля опустошена. Да, ваши сужены, но это к северу уже точно относилось после 722 года. Если воспринять это как, так скажем так, лейтмотив или общую такую характеристику, то к северу оно будет относиться. К югу, наверное, в меньшей степени. Надо посмотреть, надо подумать на эту тему. Да, и 9 стих, кстати. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что...» То есть остаток остался. Из 10 колен 2. Нормально, остаток. И остаток праведных также. Кстати, Господь Саваоф, кто помнит, что значит? Господь сил или Господь воинств? Господь есть, воинств. Да, Господь воитель, который стоит за нас. Вот он, по большому счету, ведет нашу войну. Когда вы читаете Библию, также смотрите на значение этих имен. На стороне народа. Да, если Бог в войне не был бы хоть сколько на стороне народа, если бы он не оставил нам остаток, тогда было бы хуже, чем в Содоме и Гоморре. А дальше он обращается, значит, смотрите, 9 стих. Если бы это не было, если бы Бог не оставил, то было бы то же самое, что и Содом, уподобились бы Гоморре. А в 10 стихе правители Израиля он называет уже как? Князья гоморские и содомские. Князья содомские. А, внимай, закону Бога нашего, народ гоморский. Мы были бы такими-то, и он обращается как к таким людям. А дальше Бог как бы отвечает на вопрос. Ну, жертвоприношение-то у нас приносится. Ну, слезы-то у нас льются. Как он отвечает на этот вопрос, на это возражение? Я пресыщен всесожжениями овнов и током откормленных скота, и крови тельцов, и анцев, и козлов не хочу. Почему? А потому что они формальные. Потому что они формальные. Хорошо. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, говорит он. Слушайте, они ведь в храм приносят, приходят. А Бог говорит, вы топчете дворы мои. Значит, можно прийти к Богу так, в таком состоянии, когда этот предлог Богу будет, приход Богу будет неугоден. А давайте в качестве применения, допустим, в наших отношениях с детьми и с нашими, да, какая ситуация может быть похожа на то, что описывает Исаия? Те, у кого есть дети, или те, кто сами недавно были детьми, еще помнят. Ну, когда их лелеешь, выращиваешь, даешь правильное воспитание, образование, а они потом плюют на тебя. Да. Или когда ребенок с родителями разругался, а когда ребенок родителей чем-то реально обидел, оскорбил, а потом приходит подлизываться. Вот
дочка с мамой поссорилась, наговорила маме гадости, а потом вместо того, чтобы покаяться, она пришла и говорит: мама, я посуду помыла. И пол на кухне вымыла. Еще от тебя. Ну да. Вот, а ощущение родителя при этом? Потому что ты не нужна мне твоя посуда. И пол на кухне я и сам, или я и сама могу помыть. Важно не то, что мы делаем формально, а то, что в нашем сердце. А в сердце ничего хорошего в данном случае нет. Дальше он говорит: не носите больше даров тщетных. А, курение отвратительно для меня. Помните, я говорил, да, как не стоит этот стих использовать в качестве борьбы с курением. А новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Вот вроде бы все должно быть нормально. А он так говорит: беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему? Ваши руки полны крови. И альтернатива. Смотрите, пророки всегда дают альтернативу. Вот это, между прочим, большая разница между тем, что делает сатана, и тем, что делает Бог. Ведь сатана тоже готов указать нам на то, какие мы негодяи. Но сатана при этом еще и втаптывает нас в землю. Значит, вот ты негодяй, ты должен с этим согласиться. И вообще говоря, выхода у тебя больше нет. Ну ты служи мне, хоть может при этой жизни что-то обломится хорошее. Потому что... Так, ты Богу, кстати, даже Богу даже не приходи, он тебя все равно не простит, потому что ты негодяй, все. Вот тактика сатаны – обличить для того, чтобы втоптать в землю. Тактика Божья – обличить, показать, что такое истинная праведность. Но Бог при этом всегда дает выход. И этот выход всегда вверх, в приближении к Богу. Да, ты грешник. Но для тебя есть спасение. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. И смотрите, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Вот Божий выход. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Вот пророки, говоря от имени Божьего, да, они обличают, да, они говорят о будущем страдании, если нет покаяния. Но при этом пророки всегда дают выход. Они не сравнивают с землей. На этом прервемся и сделаем 10-минутный перерыв.